Прикинь, на прошлом уроке нам про презики рассказывали. Это теперь мой любимый урок. О, ОБЖ. Ну я на ютубчике разоблачение посмотрел, там реально все по делу. Власть реально зажралась. П. Политик. Мам, я все пропылесосил, посуду помыл и в доме поубирал. И вообще не верю учителям, они врут. Только сильно не бей. Р. Родительское собрание. Вчера с балкона видел, как парни с нашей школы аж до 10 вечера гуляли. С. Старшаки. Не, ну в прошлый раз он козявками кидался, а потом драку устроил. Т. Трудовик. А меня Ирка уже в щеку целовала. Вот в эту. У. Успех. Не, ну я, конечно, понимаю, мы там малолетки, школота, но такое даже нам зашкварно слушать. Ты чё? Ф. Фейс. Да не, ну они охренели столько домашки задавать. Мы тут потрачим, еще и дома потом потрачить. Ха. Хватит это терпеть. Я предупреждаю, у меня в руках опасное оружие, ко мне лучше не лезь, понял? Ц. Циркуль. Не, ну что они нам на 23-е, то и мы им на 8 марта. Я считаю это правильно. Ч. Чашка. Слышь, а чё с косуха? Чё она такая злая? Да она всегда такая. Ша. Шизанутая. Сори, физрук с трудовиком бутылку не поделили. Э. Экшен. Многочлен. Ю. Юмор. Слышь, как компот в столовке сегодня? Как обычно. О, понятно. Я. Ядерная хрень. Всем привет, если вам понравился ролик, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А еще у меня есть Инстаграм, туда тоже можно подписаться. Всем спасибо, пока.